Вот, процессор есть в компьютере. Такая викторина на знания составляющих компьютера – лишь малая часть развлечений на дне интернета в селе Новотроицк, в Тальменском районе. Для жителей этой местности подключение к всемирной паутине действительно большой праздник. Договор с компанией подписала почти половина домов. Все у нас реализуется, все получается, но связи нет, интернета нет. То есть где-то на улице нужно выходить, куда-то высокое место искать. То есть мобильная связь вот до нас, к сожалению, не достала. Скорее всего, проблема в местности. Поблизости лес и высокие холмы, которые заглушают сигнал. Поэтому, чтобы отправить или получить сообщение, раньше нужно было буквально ловить его случайно. Особенно страдали школьники на дистанционном обучении. Ну ничего, потихоньку учились, и Wi-Fi подключили, провели, то есть купили приставку небольшую. И ловили момент, когда хорошая связь, и делали уроки, загружали. А как часто этот момент был? В последнее время совсем плохо. Бывает ночью, бывает вечером. Теперь семье Анны не придется дополнительно тратиться на усилители сигнала. Уже к концу сентября им подключат интернет, который совершенно ничем не отличается от городского. Это точно такой же оптико-электронный канал связи, который приходит в многоквартирные дома. Точно так же ставится коммутационное устройство, от которого этот интернет уже приходит непосредственно в дом. Скорости те же самые, качество связи то же самое и оплата та же самая. Краевая программа по развитию цифровой инфраструктуры проводится с 2020 года. Подключение разбито на две категории в зависимости от населения – до 300 и до 1000 человек. С малыми селами все проходит гладко, чего не скажешь о тех, что побольше. И вот возникала такая ниша между 1000 и 300 человеками населения, для которых нужно было принять какие-то отдельные решения, которые помогут завести все необходимые сервисы в эти населенные пункты. И поэтому там программа краевая, определяется партнер, для него есть свои инструменты поддержки. Проект будет продолжаться и дальше. До конца этого года подключат около 150 сел, а до 2030 года интернет появится во всех малых населенных пунктах региона. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.